Так, ребят, короче, пойдемте посмотрим. Есть ли рыба? Рыба. Опа. Офигеть, я тут, наверное, сейчас промочу обувь. Опа. Ничего, много прям клюет у вас, как клюет и клюет. Классно. Ладно, хорошей рыбалки вам. Тоже приеду. Мужик, вот это да, ребят. Одну за одной тянет. Еще. Одну за одной тянет, мужичок. Вообще красава. Тоже надо приехать как-нибудь порыбачить. Да не как-нибудь, а надо, короче, приехать будет порыбачить. У меня что? Я, в принципе, все нашел уже для этого. Блин, попить хочу. Перчатки, думал, эти одену. Сейчас будет комфортно в этих ехать по трассе. Блин, прикольно порыбачить бы, ребят. Все, короче. Надо купить леску свежую. Ну там, хотя там рыба-то небольшая. И думаю, моя леска 0,25. Хотя, может. Не знаю. Ну, все, процесс. Блин, прикольно, у меня леска есть 0,25. Но ей, наверное, я не знаю, сколько лет. Ей, наверное, лет 15, это леске, когда я, наверное, рыбачил. Вот. Она, наверное, состарилась, рвется, неэластичная. Надо, короче, купить леску, получается, как можно тоньше, раз там рыбка небольшая, маленькая такая. Чисто порыбачить в удовольствие, раз она так часто клюет, просто наловить рыбы и отпустить ее, вот так вот. Мне нравится сам процесс рыбалки. Если бы были бы такие крупные рыбы, как у Сани паука, килограмм на 15-20, то другое дело, но здесь в этом озерце нету такой рыбки. Так, ладно, едем дальше. Вот здесь я еще не был. Прокатимся здесь тоже. По 1000 рублей озеро. Без, там платное, а тут бесплатное. Зачем переплачивать 1000 рублей? Когда можно просто так порыбачить. Что за дорожка такая? Интересная дорожечка. Интересно. Это что, тупиковая улица, что ли? Все. Ах, вот это, вот эта речка еще, ребят, смотрите-ка. Прикольная речушка. Это что, это я в итоге вот там вот был, да, походу? Слушайте-ка, походу, да. Или нет?
Не знаю, ну тут прям дамба выложена из больших камней. Там вот мостик, что ли, есть. Да, кстати. Поедем туда. Тут ты наедине, скажем так, с природой, что ли. Наедине с природой, ребят. Наверное, так. И что, люди ходят по мосту поэтому? Смотрите-ка. Реально. Что за мост такой? Офигеть, он канатный. Это канатный. Это трос. Хотя трос, да, точно. Тросовый мост. Прикольно, что. Ну да, слушайте-ка. Ну там можно проехать, но безопасно. Короче, надо как-нибудь сюда приехать, ребят. Офигеть, тут такой звук прям идет. Так, через него люди ходят. Прикольно, блин. Все, короче, надо будет приехать сюда как-нибудь. О, такое чувство, как будто попал в деревню, друзья. Вообще, блин, смотрите, какая обстановочка. Прям деревня детства. Можно так сказать. Ну реально, ребят. Реально, деревня детства. Деревня детства. Вообще, такие домики. Такие широкие, знаете, улицы. Правда, раньше таких строений не было. И машин таких не было. Стояли москвичи, запорожцы стояли, копейки, волги, уазики. О, гуси. У меня, кстати, тоже были гуси. А сейчас вот едешь, сейчас по деревне, девитосы стоят без пружин, пиленые. Да, времена меняются. Представляете, едешь, короче, лет через 50. Приоры, двенашки будут стоять везде пиленные, без пружин. После молодежи. Ну, а чё, блин? Как будто в Америку попал. Правда, там у них пневмоподвеска у всех, но у нас тоже, ребята... Стильные, но без пневмы. Ну, пневму не каждый может себе позволить. Даже я считаю, на сегодняшний день пневмоподвеска, она все-таки усовершенствуется. Какие-то новые стойки, новые подушки. Что, заеду я в эту горочку? Да должен. Вообще без проблем. Вообще без проблем. Не, варик нормально работает. Он обслуженный, поэтому я в него не полез. Вариатор. Но скоро полезу в него по-любому. Хочу проверить для себя, в каком состоянии вообще он. Блин, аж слезы в глазах. Друзья, вот по той улице ехал и вспомнил детство. Заправил полный бак бензина. Да катайся вообще в волю. Блин, реально аж слезы.
Да. Весело раньше было, конечно. Не то, что сейчас в наше время. Так, ладно, еще погнали дальше. Так, ну что, мы на пути к солнцу. Надо ради интереса измерить GPS. Сколько же я еду по GPS скорости? Блин, прям можно бы измерить было бы, конечно. Ну вот 70 по спидометру я еду. Хотя, ну, скорость не похожа, конечно, на 70. А вот в эту горочку будет, конечно, сложновато заехать. Ладно, на всю не буду газовать. Ну давай, 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 давай уже, давай. Давай, давай уже. Блин, он у меня прям щемит. Вот, блин, а. Вот было бы 150 кубиков бы залетел. О, ребят, вообще кайф. С горы. Опа, опа. Подвесочка-то жестковатая. Так, пропускаем. Блин, вот в перчатках как-то лучше. Просто грипсы, видать, отполированные. Смотрите, какие они блестящие грипсы. Когда в руках держишься, руки как бы соскальзывают, что ли. Такое некомфортное ощущение. Некомфортно руль так держать, когда у тебя руки скользят. А вот в перчатках самое то. Надо летние перчатки, а то в них руки потеют уже. О, 90 спидометр. Но это не может быть такого. Не, сейчас скутер повеселее поехал, кстати. Вообще повеселее. Да-да-да, тут скотоводство приветствует.